Привет, ребята, с вами Антон, и мы продолжаем проходить Obscure 2. У нас сейчас с вами небольшая задачка, нужно взломать замок. Код к этому замку, имя одного из знаменитых людей. Что я хотел бы отметить? Имя должно стоять Моцарт. По буквам это Мозарт. Что у нас тут? Где буква З? Правильно, ее нету. Поэтому первая буква М. Вторая буква О. Третья буква. Ура! Ура, наши локализаторы, товарищи. Это буква Q. Четвертая. А. Пятая. П. И Т. Получается мокапт. Вот. Вот такое вот кодовое решение, скажем так. Его просто дурдом. Получилось! Путь открыт! Ура! Ты лучше всех! Оно живое? Не да ты что? Мне это не нравится, Кори. Не трогай его. Слышь, не трогай. Я тебе что, дура? Стульев понаставили. Не пройти ничего. Ну и бардак. Те, кто это натворил, точно не любят читать. Подумать только. Мы собирались повеселиться. Ага, обхохочемся. А чем вам это не веселье? Тоже вечеринка, только немножко в другой направленности, скажем так. Прикольно, кстати, сделано. Такие звуковые фишки при повороте. Ну-ка. Раньше, по-моему, было закрыто, да? А, все понятно, это та самая комната. Дальше нам определенно не пройти. Окей, только что там, подождите, на столе. Дротики. Ага. Что ж, наверное, опять нужно использовать ее для взлома. Да вы издеваетесь. Что будет на этот раз? Я даже не могу предположить, на самом деле. Поэтому мы просто побегаем. Представим, что тут может быть. Если у нас был первый кодовый замок с названием Mockupt, то здесь я даже не знаю. Что может быть? Так, по-моему, в прошлый раз тут все стояло на месте. А сейчас полный бардак. Мы должны найти остальных. Они наверняка здесь. Кстати, мне подписчики написали, что та загадка с шкафами в первой серии напрямую связано вот с этими вот, не знаю, как их назвать, флажками, что ли. На них подсказка нарисована. Раньше я этого, к сожалению, не заметил. Увы. Но. Здесь у нас марку... Ну, блин. Я пытаюсь просто найти вторую знаменитость, которая поможет нам открыть кодовый замок. Но честно, я даже не могу представить себе, как это сделать. Где будет решение этой головоломки, я не знаю. А вообще мы все тут осмотрели, кстати. Прекрасно, тут закрыто. А отсюда мы пришли. Так что... В принципе, у нас с вами очень все ограничено. Остается только узнать все-таки название знаменитости. Еще одной. Это об этом подумаю, и мы продолжим, когда я с этим разберусь. Полностью разберусь.
В общем, оказалось, что все-таки, нам не нужно было взламывать этот кодовый замок, а просто стоило пойти в библиотеку, в которой мы недавно были, и которую я успел потерять. Как бы это забавно не звучало. А, что тут терять? Нечего терять. Я уже заговариваться начинаю. Нам нужно возвращаться на первый этаж. Вот так вот. Конечно, все это немножко неинтуитивно и непонятно. Но это все ерунда, по-моему. Главное, что сама игра хорошая. Это да, это есть. Иди сюда. Иди сюда. Вот. Вот так вот. Да что ж ты? Ребята не смогут выбраться оттуда сами, Кори. Мы им нужны. Угу. Давай, лезь сюда. Давай, 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 давай. Бежим! Бей его! Ты что ж ты? Вот тебе, сволочь! Пронесла. Меня сейчас тошнит. Офигеть, игра хардкорная, даже полечиться нечем. Да. Эти ребята настоящие книжные черви, а? Тут на полу кровь. Будь осторожней. Ну, как я и сказал, лечиться нам абсолютно нечем. Жизнь и смерть и скука чтеца. Ну, конечно, лучше набухаться, правда? И валяться в собственной блевотине. Так намного интереснее. Ух ты, блин. Ну, осел, бери биту. Ах, управление местное, конечно, доканывает очень сильно. Молодой человек на этом портрете очень серьезный и подавленный. А ты что, психолог, что ли, чтобы это определять? Не очень понимаю. Как бы дорожка из крови показывает, что сюда не стоит идти, но они все равно пошли. Как вы? У вас все в порядке? Бывало похуже. Ты не видела Свена Джуна? Ну, у вас и образчик. Вы кто? Ричард Джеймс. Я профессор биологии в колледже и наставник братства Дельта Тета Гамма. Кто они такие? Сейчас я могу сказать только, что это человек или когда-то был. Органы все на месте, и везде эти лиловые отметины. Это Мэтт? Его татуировка. Но мы же видели его недавно, он был нормальный. Это все тот цветок виноват. Цветок? Тот, что мы нюхали. Учитывая кошмар, который я видел, пожалуй, да. Но если вы тоже его нюхали, почему вы тогда не мутировали? Мы пили энергетики, чтобы голова меньше болела. Может, это помогает от той штуки, которая сводит с ума? Черт, я не знаю. Я ничего не почувствовал. Я поэкспериментирую с этим цветком и этим студентом. Запасной выход в конце танцевального зала. Удачи. Аж приз для сыворотки. Эти создания так устойчивы благодаря особым протеинам в крови. Особенно высоко их содержание около сердца, состоящего из медленно окисляющихся тканей. Возьмите шприцем немного крови прямо из сердца. Окисленные протеины придадут вам силы. Уверяю, это совершенно безопасно. Да? Давай попробуем. Как его? Ну? Ладно. Немножко непонятно. Что ж, сохранимся, что ли? Теперь мы мозги снова вянут. Как новенькие.
Они, конечно, могут поменять сейчас персонажей, но нафига это делать? Правда? О, стоп. Мне не сдвинуть. Понятно. Все-таки придется нам проблемы? Попросить Я могу помочь? Нашего друга. Ладно, сейчас прольется чья-то кровь. Давай, братюнь, пошли. Вот так вот. Будем играть за него. Ну дела. Тут, наверное, и была вечеринка. Только она быстро превратилась в бойню. Заныкаем. Аптечка, да? Что у нас с нашим состоянием? Оно просто ужасное. Так. Полечимся? Не, ну, я думаю, рановато лечиться. Все-таки это целая аптечка. Стоп. Мы можем что-нибудь сделать с этим прожектором? Похоже, черная штука боится света. Все. Готово. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига не готово. Ну, пускай так будет. Ну хотя бы мы сабвуфер освободили от темной энергии. Как бы это странно ни звучало. Или подождите, стоп. Должен быть какой-нибудь способ ее разогнать. Осторожно, Кенни! Там рядом кто-то есть! Ой-ой-ой! Бежим, бежим, бежим! Да что ж ты будешь делать-то? Иди сюда, братюня. А вот теперь аптечка точно понадобится. Ага, так лучше. Блин, надо было его лечить. Прости. Мы не в боулинге, эй! Так, что от нас требуется? Куда вот эту хрень-то тащить надо? О, блин, тут можно взять этой кружки. Еще где-то что ли валяется? Я слышу все. Ненавижу иголки. Да, вот оно. Кори сможет его достать, если заберется на что-нибудь подходящее. Кого достать? Понятно. Давайте тогда пододвинем, в принципе, этот ящик, чтобы Кори мог залезть на него. Кстати, надо бы сходить завтра в спортзал. Да и ты еще доживи до завтра. Тут творится не ведь что. Я туда легко залезу. Да, я понял, что ты туда легко залезешь. Только вот... Стой, стой, стой. Да нет, нет, ты залазь. Ты баран, залезай. Понятно.
Конечно, залезу без проблем. Куда залезать-то надо? Блин. В общем, как вариант, сфокусировать луч сначала. Давайте попробуем это сделать. Именно на этой вот хреновине. Во. Вот. Вот так. Отлично. Ну, теперь, собственно говоря, все дело за Кори. Кстати, Кори, ты можешь полечиться вот этой хренью? А-а, не может. Надо как-то освободить пожарный выход. Вот так. Давай, подтягивайся. Вот супер. Отлично. Эта черная дрянь растаяла. Мы вылечили дверь. Думаю, теперь мы можем выйти. Да цепись ты. Пошли. Блин, Кори, надо срочно лечиться. Ну да, для пистолета у нас все есть. Зато лечилок нифига. И это печально. Но еще более печально, что в игре нет уровня сложности. То есть, хардкор какой-то прям. Так. Нам срочно нужна лечилка. И мы с вами вернулись туда, откуда начинали. Блин. Знаете, меня это совсем не радует. Нисколько. Смысл? Какой во всем этом смысл? Я не могу понять. Эй, чувак! Отстой, у тебя вечеринка! Черт, моя машина! Эй! Ты ее не догонишь, моя машина Кори! Тут рядом! Вернись, кретин! Мэй, прошу тебя, отзовись! Черт! Что такое, Джун? В общаге творится что-то страшное. Все как с ума посходили. Мне страшно из комнаты выйти. Оставайся там. Прячься как можешь. Как в детстве, ладно? Я иду. Быстрее! Что вообще происходит? Мы идем спасать мою сестру. Кенни, пошли. Ты нам нужен. Не могу. Колеса кончились. Я без них не могу. Мне что-то совсем плохо. Мне надо в больницу. Замечательно. Обратно мы... Да, мы можем вернуться обратно. Но поменять, похоже, мы уже ничего не можем. К большому сожалению. Но зато у нас есть фонарик, который я не знаю, как сфокусировать. Как можно сотворить такое с машиной? Да, с твоей машиной. Как можно такое было допустить, приятель? Да. Прям игра вылитая Alan Wake. Безлюдное шоссе по мраке. И мы с фонариком и с клюшкой. Но главное отличие в том, что у Алана... Этот кретин снес барьер! Не было клюшки. И он мне машину угробил! И у Алана не было такой отвратительной графики, старый. Там что-то шевелится. Там не просто что-то шевелится. Там что-то так топает, что я уже, знаете, представляю перед собой табличку такую жиденькую с надписью Game Over. Так, надеюсь, там сейчас нас никто шевелится. Не грохнет. Ой. В общем, оказалось то, что у нас есть пистолет. Там что-то шевелится. И это вообще очень забавно. Быстрее. Нам явно не стоило вот так сходить с дороги. По-моему, это расползлось по всему городку. Мы влипли. С дробовиком нам сразу станет легче.
Машина должна быть где-то близко. Блин, чувак, я даже не знаю, куда идти. Тупо наугад, в принципе, топаю. Вон там что-то мерцает. Энергетик! Живительный напиток! Ура! Ура! Ну, это нам, конечно, не сильно помогло. Блин. Я переоценил этот напиток. Прекрасный. Похоже, мы на толстяка зря только патрон потратили, да? Прямо как желе. Супер, надеюсь, сейчас запомнится до конца шкала. Да на что ты жалуешься? Этот тип будет хуже тебя. Это утешает, Ами. Но ты ведь застрахован. Страховщики со мной дело иметь не хотят. Вот супер. Говорят, что мне надо пересесть обратно на велик. Фух. Вот это я понимаю, survival horror сам натуральный. То есть патронов у нас с вами уже почти не осталось. Лечивок нету вообще. Такая вот веселуха. И, честно говоря, я даже не представляю, куда идти нужно. То есть какие-то тут... дебри. Самые натуральные. Блуждание в трех соснах. Вот как это называется. Так, возможно, куда-то сюда нам нужно, да? Точно. Ура! Блин, это бита торчит, а я думал, это живительный напиток. И чё за музыка? Блин! Мы назад вышли! Ой... Окей, окей. Игра, я понял. Ты меня хочешь довести просто до бессознательного состояния, что я вообще тебя удалил нафиг. И, знаете, зрители, к этому все близится на самом деле. Я чувствую, я уже... Чуете, да, как пахнет? Пахнет удалением игры. Вот так. Такие дела. Детка моя, он разбил мою детку! Тебе не кажется, что ты слегка преувеличиваешь? И как же насчет Мэй? Он разбил мою детку! Мерзавец! Да, ори погромче. Тебе не уйти! Я с тебя шкуру спущу, гад! Опа! Главное не торопиться. Супер. Меня от этого тошнит. Мы можем туда пойти? Да. Музыка еще такая безумная играет. Распределительный шкафчик. Как-то тебе не нужно. Ты что, жить не хочешь, что ли? Офигеть вообще, вот парень, блин, халтурщик. Это электрическая пила. Работает на батарейках. Ага, как мобильник. Точно, только не... А, давайте мы тогда бензопилу нашей дамочке отдадим. Перепутай их, ладно? Да, в любом случае этих батареек, да, наверное, надолго не хватит. Будешь у нас пилить противников. Батарейка полностью заряжена. Понятно. Надеюсь, она не будет разряжаться по ходу дела. У нас 14 патронов всего. Печально. Так. Я немножко недопонял.
Что делать-то надо дальше? В общем, оказалось, что пилить нам нужно тут в прямом смысле слова. Вот так вот. Хорош. Давайте сразу подзарядим. Все нормально. Я ее зарядила. Ага. Я тебе верю. Полный бардак творится, друзья. Это что такое? Эми должна быть в состоянии понять что-нибудь из этого. Маньяк из леса Фолкрика опять нанес удар. Пара, которая прогуливалась в лесу, утверждает, что на них напал коренастый мужчина с изуродованным лицом. Это уже 7-й случай такого нападения за прошедший год. Коренастый мужчина. Карлсон, что ли, я не понимаю. Смешно, смешно. Не этот лес на мозги давит. Трусиха. А ты разве не боишься? Да, но я пытаюсь держать себя в руках, ладно? А мне-то как на мозги он давит. Вы даже себе не представляете. Дробовик! Быстрее дайте его мне! Блин. Ну его толстяк охраняет, кажись. Да? Папин дробовик. Вот теперь вы попляшете. Теперь Бежим! Вы у меня попляшете! Это ты раздолбал монтаж! Ты громила уродка! Твою. Офигеть. Гейм-овер. Гейм-овер. Ну, почти гейм-овер. Еле пронесла. Дело совсем плохо. Нам бы помощь найти. Да. Такое ощущение, что я играю на харде. Что вообще невозможно проходить. Пипец. Такую машину раздолбали. Ох, беда, печаль. Так, а ты хер ли сбитый ходишь-то, манда? А манда? Ну, бензопилу ставь. Ну, дверь была закрыта, как я понял, да? Дверь заблокирована. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Так, стоп. Вон сохранение у нас. Давайте, наверное, на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась, так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.